Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будут видео о больших покупках из зоомагазина, вот таких вот для моих животных. Лели сейчас нет, так как мы целый день с ней гуляли в городе, она устала, где-то спит, и я не хочу ее тревожить. Поэтому мы будем снимать без нее. Ну что ж, давайте мы начнем. Что сильно замечается, это вот такая вот огромная шина. Давайте я вам ее покажу. Шина вот такая вот большая, она от фирмы Dog Like, и написано шинка Giga. Она гигантская, реально большая. Там был размер чуть меньше, но я захотела взять самую большую. Это для Миши, стоила 1180 рублей. Вот размеры написаны ее. Сделана в России. Усиленная форма, экологически чистый материал. Она, кстати, не такая уж и тяжелая. То есть она весит, мне кажется, где-то килограмм. Может, полтора примерно. Но не сильно тяжелая для такой большой шины. Вот она вот такая. Немножко ниже опущу. Вот. Вот тут написано, вот была шинка Мега, вот это была шинка Мега, она чуть меньше, но я захотела взять побольше. Вот такая вот. Ну что ж, давайте мы продолжим. Следующее, что я купила, пару дней назад я это купила, уже пришлось распаковать, так как я выбирала у Шустрика. Это вот такой вот кошачий наполнитель для кошачьего туалета, но я это купила для Шустрика, моей шиншиллы. Это 4 килограмма, древесный наполнитель, вот такой вот он внутри. Покажу. Вот такой вот он. От фирмы 365 дней. Давайте дальше. На всю цену я вам не смогу сказать, потому что некоторые вещи покупала несколько дней назад, и я не очень помню. И даже вещи, которые сегодня покупала, тоже не очень помню цену, поэтому на некоторые вещи, на многие даже вещи я не буду говорить цену. Вот, извините. Еще что я купила, это опилки Classic Super Compact. Очищены от пыли, коры и посторонних включений, обладают высокими показателями абсорбции. Что такое абсорбция? Кто знает, пишите в комментариях. И нейтрализуют неприятные запахи. Такие опилки я их уже брала. Я, кстати, брала такие опилки с запахом яблока. Они реально пахли, ну, не яблоком, а знаете, как вот этот вот, как конфеты со вкусом яблока. Вот таким запахом были. Такие опилки, это для хомяка. Стоили они, кстати, примерно 85 рублей. По-моему, 85, да. Давайте с вами перейду попозже. Теперь начнем, перейдем к умнице. Что я купила, это вот такая большая удавка цепи, не знаю, как сказать. Это для Миши я купила попробовать, потому что я думала, что она будет для него постоянно запутываться в шерсти, так у нее достаточно длинная шерсть. Сейчас я сходила с ним на прогулку, вот только пришла в магазин, сходила на прогулку с ним. Ребят, это отличная штука, я не знаю, мне она очень понравилась, сделана как бы очень достаточно качественно. То есть у нас есть удавка из ткани, и она постоянно ее приходится, она то в бок упадет, ее приходится вот эта вот часть как бы сбоку у собаки, и мне приходится постоянно ее так переодевать наверх. Вот. А этот только немножко потянешь, и она сразу ровно напротив поводка, сверху шея собаки. Мне это очень нравится, шерсть не запутывается, и вот, мне очень понравилось, буду ходить, ой, будет Миша у меня ходить на ней. Вот такая вот. Стоила 300 с чем-то рублей, по-моему, ну, около 350 рублей она стоила. Следующее, это вот такая вот, сейчас покажу вам, вот такой вот ошейник. Мама покупала, сейчас, ошейник вот с таким вот поводком. Мама его покупала Лёле в Италии, когда была там. В общем, купила его, он стоил достаточно дорого, не буду говорить цену, потому что он стоил реально достаточно дорого. Вот такой вот ошейник и вот такая вот поводок цепочка, это какая-то фирма иностранная, я не знаю точно, сейчас скажу, написано Фрида, может кто такое узнает. Такой вот ошейник, он Лёле оказался маловат, поэтому я проделала еще одну дырочку, и сейчас он как раз. И также вот такая вот красивая цепочка под золото, цепочка-поводок. Очень мне нравится. Сегодня мы с ней на ней гуляли. Очень удобно. Мне прям Лёле очень красиво. Следующее, это вот такой вот ошейник-удавка для Лёли. Я сегодня купила. Я хотела купить размер поменьше, так как у Лёли поуже шея, чем вот здесь. Но, в принципе, она достаточно удобная. Особенно ходить вот с этой, с этим поводком. Мне понравилось. Я с Лёлей тоже прогулялась на ней уже. Мы сегодня купили, и когда я купила, пошла сразу на ней, Лёля пошла. Вот такая вот беленькая, красивая. Стоила 407 рублей, по-моему.
Мне понравилось очень. И тут она сделана как из кожи, вот такой вот. Мне нравится. Следующее, что я купила, это вот такая вот мисочка. Я ее купила в фикс-прайсе. Сразу говорю, стоила на 55 рублей. Мне достаточно она сильно понравилась, потому что у нас есть уже одна такая миска, только она розовая, и там лапки нарисованы. А это тут написано «Bon Appetit», и здесь лапка, потому что там многие с кошками нарисованными. Я не знаю, почему все с кошками, почему нет с собаками. Это даже 77 рублей стоит, мне казалось, 55, вот. Такая миска, она керамическая. Вот та, которую я купила, примерно год назад я ее купила, и она очень хорошая. Она нигде не треснула, ничего, хотя у Лёли она постоянно так вот ездит, она хоть на коврике стоит, но постоянно ездит. Вот, и все с ней нормально, она крепкая, ничего нигде не сломалось. Вот такая вот хорошая. Только вот здесь меня бесит, что вот эта вот пленочка. А, ее убрать можно, давайте мы ее уберем. Я думала, это наклейка такая. Вот эта надпись, это все наклейка. Может, ее убрать где? А может, в той, на той миске тоже есть такая наклейка? Надо будет посмотреть. Так, ребята, я сняла всю пленочку, но я так понимаю, ее, возможно, не нужно было снимать. Но, в общем, она такая красная была. Ее давайте уберем. Тарелка стала немного шершавенькая такая. И здесь я увидела вот такой вот, как склейка. Но я не вижу там ничего плохого, потому что миска-то собачья, не человека, ее никому дарить не нужно. Она все равно будет стоять на полу и когда-то за время царапаться. Поэтому, не знаю, мне очень понравилась тарелка. Давайте перейдем дальше. Миска, а не тарелка, я ошиблась. Теперь перейдем к корму. Первые два корма, которые я взяла в развес, потому что не хотела брать целую пачку, это достаточно дорого, чтобы пробовать просто. Взяла два корма от фирмы Акана. Лёле попробовать первый корм для маленьких пород. Потому что, смотрите, ребята, она кушает корм Монш с курицей, ей он очень нравится. Но у нее от курицы, видимо, текут глаза, потому что мы это поняли, думали, что у нее, она ела корм платиновый, и он был с курицей. И у нее сильно текли глаза, и мы думали, что это аллергия на сам корм. Взяли Монш, сначала было нормально, а потом опять глаза текут. Поэтому мы ищем какой-то корм, который ей понравится, потому что кроме курицы она толком-то есть ничего не хочет, если только с индейкой. Вот, и мы сейчас ищем корм подходящий. Вот это вот для маленьких пород. Я не помню, с каким вкусом, но вообще мне с курицей не брала. И вот такой вот для... Там были таксы нарисованы, как для средних или после миниатюрных пород. Я не знаю, как это сказать. Там была такса, а здесь на этом корме йорк был нарисован. Ну, как очертание. Вот. Такие корма надо попробовать. И еще один корм я взяла в другом зоомагазине. Это вот такой вот корм от фирмы Happy Dog. Тоже попробовать. Корм, в принципе, неплохой, он там супер премиум класс, поэтому надо взять тоже для маленьких пород. Вот, давайте дальше. Наконец-то мы переходим к долгожданным лакомствам. Это легкое говяжье. Это мы уже открыли вчера, вчера только купили. Это вот такие вот кусочки. Лёля ж любит, обычно мы покупали такое светлое, легкое, а это более темное, и оно с запахом, то есть то, как сильно высушенное, это не до конца высушенное. И Лёле оно тоже очень нравится. И Миша. Их прям идеально для дрессировки, прям мне очень понравилось. От фирмы Деревенский лакомство. Давайте дальше. Я что купила, это от фирмы Малина, вот такие жевательные колбаски с курицей. Вот. Я немножко зацепила, что взяла с курицей, хотя нужно было взять с говядиной. Ну ладно, Миша, если что, буду давать, потому что Лёле как небольшая аллергия на курицу. Ну, давайте продолжим. Дальше я взяла две вот такие пачечки лакомств поштучно. Вот один пакетик и второй пакетик, просто их достаточно много. Вышли они мне на 3000 с чем-то рублей. Вот... Тут какие-то вот индейка, ягненок, тут много, в общем, разных. Тут даже где-то страусиная какая-то штука есть. Она стоила 70 с чем-то рублей, какая-то косточка. Очень много вот таких разных косточек. И вот здесь тоже. Также тут косточки, ой, колбаски такие в упаковках. Вот, видите. Вот. Это были все покупки из зоомагазина. Надеюсь, вам они понравились. Вот они все. Если вам еще и видео понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал, пиши идеи для видео в комментариях. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.